Несколько минут назад российско-украинскую границу пересекли 100 с лишним машин нашего МЧС, которые везут в Донбасс новую партию гуманитарной помощи. Уже через считанные часы они доставят в Донецк и Луганск продовольствие и лекарства. Все вместе более 1000 тонн. На пунктах пропуска фуры прошли таможенное оформление и досмотр. Как всегда, при этом присутствовали наблюдатели ОБСЕ и украинские пограничники. По требованию последних вскрыли несколько коробок, чтобы продемонстрировать содержимое. Как сообщает российское министерство чрезвычайных ситуаций, вопросов у сотрудников погранслужбы не возникло.